Zombie apocalypse. Всем привет, вы на канале Темный Лиц, и меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Tom Clancy's Ghost Recon. И пошли тут третья часть игры под названием «Благородный порыв». Я вам всегда желаю приятного просмотра. Игра это просто охеренная. Здесь я напоминаю, я эту игрушку прохожу на ветеране. Там убивает очень-очень быстро, но игра классная. Просто охеренная. Друзья, спасибо вам всем, что вы поддерживаете меня. Мне очень-очень приятно. Погнали! Так, благородный порыв, конечно. Так, 4, 3, 2, 1, 0. Ха-ха-ха, 1, 0. Класс, так, что у нас сейчас будет? Сейчас, скорее всего, надо снаряжение выбрать. В общем, не знаю, что миссия будет интересная. Как, в принципе, все миссии, которые я проходил. Пока что где я прошел, конечно. Вырубаю. Но помощника не трогал я. Прикольная музыка. Ну вот и он. Дом вдали от дома. Люблю флот. Обожаю. Если бы не чертовы матросы. Не волнуйтесь, вы тут не задержитесь. Майор сообщил, у Лэнды проблемы. Не успели сесть, у нас уже снова есть работа. Снаряжение уже готово? Готово и ждет. Подробности задания смотрите в ваших КПК. Черный ящик из Замбии, тот еще путешественник. В Румо смогли извлечь из него маршрут. Чисто Вин Дизель, это реально Вин Дизель голос. Его сразу можешь легко узнать. Прикольный голос. Есть агент, контролирующий частную военную корпорацию в регионе. Мне бы такой голос. Ух, класс. Заявляют, что они обеспечивают безопасность нефтедобывающих компаний. Но, по-моему, не только. Эти ребята купят силы на НПЗ и устраивают вылазки в соседние деревни, накаляют страсти в проблемном регионе. Зачем, надо выяснить. Агент ЦРУ, офицер Дэн Сайкс, успел передать подробный расклад ситуации, после чего исчез. Лэнгли пыталась восстановить контакт, но пока что безуспешно. Они предполагают наихудший вариант. Задача найти и эвакуировать Сайкса, в каком бы он ни был состоянии. Так, Нигерия, благородный порыв. Найти, освободить и эвакуировать офицера ЦРУ Даниэля Сайкса. Окей, хорошо, постараемся спасти его. Надеюсь, он будет живой. Агент ЦРУ, сейчас я сделаю скрин экрана. Да, мне это очень нужно будет. Все. Так, повтор не нужен, я все понял. Так. В стандартном режиме это малозаметный самолет-разведчик. Ого. А, это дрон. Прикольно, класс. Спасибо. Если хотите целиться лучше, вам пригодится такая стабильная платформа. С ней снижается мобильность, но повышается точность. Понял. Парни из военных корпораций всегда на нервах. А тут еще проблемы с местными. Этот НПЗ легко оборонять, так что вам придется попотеть. Я бы взял ручной пулемет с оптическим прицелом и карабин с глушителем. Так, карабин с глушителем, да? Так, глушитель, коллиматор. Ну, ладно, выбирать, думаю, не будем другое оружие. В принципе, он нам советует хорошее оружие. Поэтому, друзья, погнали. Да, миссия обещает быть классненькой. Надеюсь, нам правда спасти получится этого ЦРУ, агента ЦРУ. Ой, класс. Не знаю, просто классная игра. Следующие полезные ссылочки вот в описании на канал моих друзей и на мои другие прохождения. Так, веб-камеру опять пока вырубаем. Тут частенько даже кат-сцены появляются. Сукины дети, а. Гражданских, сука, убивают, а. Вам пиндец будет, если можно будет вас убить. Ага. Так.
понял. Так, ага. Найти офицера Сайкса. Окей, окей, хорошо. Пошли, 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 пошли. Ага, ага. Запустить дрона. Так. А, выберите. А, шестерочка, ага. Все, пошли, 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 пошли. Да ёб твою мать. А. Вверх. Вверх, 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 ага. Так, 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 ищем, ищем. Это мы. Так, 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 а, собрать данные. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Так, выход из обзора. Так, 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 винтовочник, сменить вид. Так, во, вот это будет классненько, вот это супер. Так, теперь, ага, шестерочка, выход из обзора. Так, теперь... Так, а, их четверо, окей, 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 хорошо, хорошо. Блин, немного тупанул, друзья, с дроном. Ну, бывает, а. Я даже, правда, эту игрушку первый раз играю, давно хотел поиграть в неё. Не вообще просто на канале, а вообще просто хотел поиграть. Так, 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 угу. Так, допросить. Так, ладненько, всех убили, а этого допрашиваем. Ага. Ой, и сразу заговорил по-русски. Очки-то жопа, это какое. Ага. Защитить Сайкса. Идем, 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 идем. Да. Так, шестерочку. Ага. Масштаб, сменить вид. Так, то я делаю, делаю нажать выход, отзыв, удерживать отзыв. Ага. Так, 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 прикольненький дрончик, но пока я. Так. Так, тут не поймешь, где еще цель. Так, надеюсь, их трое всего лишь, а. Есть. Выход, выход. Выход. Есть. Ванька, спасибо, дрончик, ты прикольненький. Правда, я пока еще тебе не разобрался немного. Но все будет хорошо. Идем, 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 идем. Блин. Кайф, давай, кайф. Иди, да иди, 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 правда, иди отсюда. Так, ну мне оружие не нужно, у меня хорошее. Так, один я с глушителя. Вот, с глушителем. В смысле, пока побуду с этим оружием возьму. Мне, в принципе, пока что пулемет, друзья, не нужен. Ой. Так, гражданских не трогаем. Не трогаем. Ага. Так, да, а... Можно дрон, это можно? Во. Вот, теперь мы знаем точно, где враги. Видишь, как валят, капец как, видите, друзья? Просто жопочно валят, а? Да блин, гражданские, уйди, а. Не хочу вас убивать-то, а. Да, гражданские. Так, можно я кого-то убью? Ой. Так, гражданский. Ага, тут дофига боевиков. Честно говоря, их очень даже много. Еще чисто. Так. Что-то сейчас я плоховатенько сработал. Правда, друзья, боевиков тут очень дофига. И самое главное, много гражданских, которые путаются под ногами. И, друзья, мы их ничего не можем убить. Ну, то есть, говоря я, мои бойцы навряд ли убьют. Это я, скорее всего, их пострелю. Ага. Ага. Так, 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 так. Давай, 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 запускай, запускай. Вин-дизель. Так, я по тебе могу пойти? Мне просто интересно. Ух ты! Нифига. Мы используем спутника НБ, перенастройка займет немного времени, ждите. Ждем, ждем. Так. Вот и все, передаю данные. Ага. Спасибо. Для получения полной картинки нужно время, пока же могу сказать, что у вас там кто-то есть. Мы знаем, что наемники используют это как базу. Ясненько, ясненько. Это полуразрушенный лагерь, состоит из нескольких строений. Наши ребята проанализировали маршруты перемещения и телефонные звонки. Похоже, Сайкса держат где-то здесь. Да. Сайкс служил в спецвойсках. Если кто-то и может пережить плен и допросы, так это он. Но мы ничего не знаем о его состоянии. Готовьтесь выносить его на руках в случае чего. Часть лагеря крытая, похоже, это ангар. Мы не можем выяснить точные координаты контейнера. Мы сможем использовать дроны или магнитные сенсоры. Мы найдем его. Понял вас. Похоже, наемники ни о чем не подозревают. Да эти хладнокровные ублюдки развлекаются, пока их друзья вырезают мирное население. Да, согласен, согласен.
Не стоит их недооценивать, они здорово экипированы и неплохо стреляют. Внимание, на радаре появились две отметки в нескольких километрах. Ё-моё! Похоже на два вертолета. Они многое расскажут вам о том, с кем имеют дело эти наемники. Вертушки — это серьезно. Вертолеты идут не очень быстро, но в вашем направлении. Будьте начеку. Спасибо, Вин Дизель, спасибо тебе. Что у нас с авиацией? Для ближнего боя ничего, но у берега стоит авианосец. Ребята дадут нам пару самолетов. На этом хорошо. Говорится, лучше, чем ничего. У нас есть пара птичек к югу отсюда на высоте 6 километров. Это на экстренный случай. Не стоит их вызывать, если вы сможете справиться сами. Принято. Хорошо, хорошо, Вин Дизель. Буду взять Вин Дизелем его. Удачи. Ну, да, Вин Дизель. Понял вас, конец связи. Эх, командирки, командирки. Там командир, тут командир. Так, ладненько. Угу. Ага, пометим. Пометить. Так, вверх. А. Так, подождите, сейчас. Так, и второе, да? Эй, а третьего будете это? Ну, вы готовы, нет? Давай. Ай, класса. Теперь я разобрался в дроне, друзья, ага. Круто, все. Я разобрался в моем дрончике, крутяк, молодец, супер. Блин, классная игрушка. Так, могу, я спокойненько могу идти, да, могу бежать. Мы всех убили, поэтому все хорошо. Так. Ух, ебать, коловрать. Да, миссия обещает быть очень даже сложной. Особенно, учитывая того, что нельзя у них вертолеты. Это пипец. Ой. Так, опять же. Ага. Так, выше. Так, сколько тут вообще вас? Ух, ебать, и сколько вас. Так, давайте от этих дальних, а. А, нет. Тут их очень много, друзья, видите, да, сколько тут их? Тут их очень-очень до хрена. А, нет. Знаете, как сделаем? Этого. А, этих отпустим. Вот этого возьмем. Давай. Вот. Его снесли. Потом сносим их. Есть пара. О. Я готов. Так, получится, не получится. Ага. Ну, ладненько, в общем. Уже ладненько, мы сегодня не обязаны действовать по-тихому. Поэтому я использую свой пупер-супер... Этот... Да ё-моё! Да вот оно, вот, не то. Во! Вот это я понимаю, а! Пушка! Вот только, правда, меня валят жестко. Ага. Так. Да мы не теряем контроль, все хорошо. Вот только валятся они не так быстро, конечно, как бы хотел бы я. Ага. А, тут же можно так гасить, а, точно. Тут же, да, они же бегают, заразы. Я просто, да, хочу чередями стрелять. Так, футбольчик они поиграли хорошо еще. Да, капец, сегодня я какой-то косоватенький. Так, меня могут так убить. Угу. Так, это, да где? Ай, поближе бы побежать бы. Так, ух, ебать, да куда ты сейчас сделаешь? Дима, ты... Пипец, конечно, даю я. Ах, ладно, сейчас я сделаю все правильно, а. Говорится, поспешил, людей насмешил, зря я так сделал. Да, ух, отсюда ваш начинаем, да? Ну, ладненько, давайте. Ага, и третьего козла. Все, давай, я понял, я знаю. Да, немного, друзья, я, как говорится, повенчиво поступил. Надо было чуть поближе подойти, и ничего... Зря я побежал вперед. Ладненько, так, не выходим, хотя он же пока, да, дистанция же, надо поближе подойти. Так, тут мы всех убили. Так, я, ладно, поиспользую пулемет или что, не знаю даже, что лучше. И то, в принципе, хорошо, но какой у тебя прицел? Такой же, поэтому да, спокойненько можно использовать и пулемет. Это главное просто поближе подойти. Так, ой, это мне не нужно. Так, что у нас тут с контейнером есть? О, ППС, да, о, во, я тебе что хочу сделать, друзья. Вместо с глушителем вот эту взять, а. Во.
Ай, прицел как у калаша, правда? Не очень удобная. Так, а что еще есть? Пулемет. Угу, гранатомет. Так, ппппп. О, ладненько, давайте с этим оружием. Так, теперь шестерочку. Их очень много. Так, ну тех верхних я также гасану. Так, вот. Я сделаю сейчас то, что я делал. Его. Или так, ликвидировать. Желательно вот так вот, наверное. А, не получится. Давайте его ликвидируем первого. Так. Ага, вот этого бы точно... Ай, да блин, не то делаю. Угу. Так, но он заходит не по-русски, честно говоря. Это ликвидируем этого. Угу. Так, они пока в футбол играют, все хорошо, мы их всех поотмечали. Так, что бы тогда... Ах, ликвидировать на того дальнего. Угу. Как? Вот. Так, теперь ликвидировать хорошо бы этих бы. Так, раз, два. Ага. Все, труп найден, но главное часть мы больше убили. Это пофигу, спалили, не спалили они нас. Не суть, суть в том, что сейчас это не так важно. А вот что я сделаю. Скину датчик, а он мне даже очень нужен, но помогает мне вообще. Офигенно, во, выбирать цели. Ага. Ух, ебать, опять завалили, да ё-моё, да ни хрена себе они дают. Нифига себе, блин, а трудноватенькая миссия. Ах, Димка, ну так идеально все действовал, честно говоря, офигенно действовал, честно. Ну, просто жестко, жесткий, получится, жестко я поставил себе сложность, я менять не буду ее. Я до конца игры пройду, да, я согласен, что в игрушке я буду умирать, ну, много раз, но буду стараться меньше, меньше, конечно, разумеется. Так, убираем, ага, все, так, не знаю, даже винтовка, мне кажется, не нужна, и без нее нормально, ну, в принципе, да, винтовку брать не будем, ладно. Она, прицел там в винтовке не очень удобный для меня. Так, сейчас бежим, бежим. Прикольно он бегает, мне нравится. Козак. Так, угу. Да, шестерочку, все. Так, убьем. Да нет, опять забываю вещи, что надо поднимать вверх колесиком. Всегда надо убивать этого придурка. Первого. Да, это у нас пулемет. Ну, конечно, первого. Я думал, чисто обойти сзади их, честно говоря, попробовать, а. Так, угу. Так, этого чувака, думаю, я так сделаю, если это возможно, я обойду их сзади, а? Не знаю, возможно ли это, но я попробую. Так, чисто к чуваку этому зайду сзади, со спины. Датчик, лучше датчик, конечно, кинуть, он поможет мне. Хотя, в принципе, и так я целью себе спалил, ну ладненько. Так, сейчас я хочу сзади их спину к ним обойти. Их поубивать со спины. Так, чувак, ты где вообще? Где чувак, мне интересно, куда он? А, он тут ходит, он вообще идеально. Сейчас мы ему быстренько пулечку. Прикольненько я его, прикольненько. Так, 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 ага. Вот это вообще идеально, знаете, взять толпу, сразу убить. Так, сейчас, надо подумать, как тут все это сделать, как тут обставить все. Так, а теперь давайте футболистов. Сейчас я подойду поближе. Подождите. Футболиста сейчас мы убьем. Чуть поближе подойдем. Так, еще кину датчик еще раз, а. Чтобы точно узнать, сколько их, а. Так, это сейчас меня убьют. Готов к атаке. Вот и третий. Давай, готов? О, вот видите, идеально. Молодец, вот теперь я правильно сработал, а включил свои мозги. Иногда полезно мозги включать, а. Так, спасти Сайкс.
Сайкса. Так. Ага. Идем. Так. Надо ждать, пока мои придут. Так, опа, они быстро подошли. Так, я готов. Угу. Давай, открываем. Ну, правильно. Так. Так, он живой, это радует, друзья. Так, сейчас вертушки близкие прилетят. Угу. Ух, сейчас будет, друзья, весело. Ух, ё-моё. Пипец, твою на рождение. Да я вижу. Ё-моё. Опять я, получается, веду. Еще и с пистолетом я, капец, конечно. Ну, пистолет это, конечно, тема, но... Самое главное, тут гражданских нет, а? Это меня радует, да? Ага, идем. Радует, правда, что гражданских тут нет. Так, не знаю, патроны бесконечные у меня или не бесконечные. В общем, всегда цели я веду, так еще круто, а? Ух, у меня еще и глушитель на пистолете. Не замечал. Так. Ой. Ой. Как кайф, ну вот это я понимаю, бабама. Прикольно, блин, класс, а. Супер, ну да, выбора не было, нас мы убили бы. Так, угроза нейтрализована. Ага. Все, окей, все в порядке, все. Все нормально. Какой план? Так, лицо, конечно, немного у него не такое, как на, ну, на этой, на фотке. Но, тем не менее, это он. Так, еще миссия, получается, завершена у нас, да? Или еще нет? Я даже не знаю. Не, пока еще не завершена миссия, это радует меня. Так. Угу. Ух, у них прикольное оружие у моих. Видите, сокомандников. Угу. Я с пулеметом веду его. Ну, правильно. Это охотник, груз безопасности. Угу. Так, все-таки наше подразделение называется охотники. Так, окей, хорошо. Принято, мастер. Так, ну, тут, думаю, никого не будет пока что, поэтому быстренько боезапасы пополняем себя. Ага. Так, есть. Эвакуировать Сайкса. Почему бы и нет? Так, аккуратненько. Так, боезапасы пополнены. Так, ну, так. Угу. Идем. Так, ну я возьму глушителем. Не то, вещи забываю. Во. С глушаком возьму. Так. Мне нужно вернуться. Назад в город. Зачем? Сэр, вы через многое прошли. Думаю, отпуск вам не помешает. Вы не понимаете. Эти наемники участвуют в чем-то большем. Я думаю, они сами не знают в чем. Есть точные данные. Конечно. Я наблюдал за ними месяцы, но кто-то предупредил их, пришлось быстро избавиться. Раньше Ubisoft молодцы были, классные игры. В принципе, они сейчас игры хорошие делают, но эта игрушка реально достойна уважения. Мастер, это охотник. VIP располагает ценной информацией. VIP. Север города. В машине у заброшенной заправки. Принято, охотник. Ждите, просканируем. Так. Идем. Ух ты, прикольная такая большая труба. Так. Осколочные минаются датчики. Ну да, на самом деле, правильно говорит наш командир. Он наше задание, мы верим в него, да. Понятно, что он крутой. Но мы круче. Поэтому, да, наша миссия спасти его. А то могут, мало ли, его убьют, потом мы будем виноваты. Окей, хорошо. Так, все, идем. А эвакуация? Ну, мне кажется, эвакуация так прям идеально не пойдет. Хотя, может, и пойдет идеально. Честно, даже не знаю. Так, аккуратненько. Угу. Все, давай, Сайкс. Так, наши... Ага, тридцатник, командир и Пеппер. Пеппер. Так. Эвакуация... А, эвакуация будет тут. Вот наша вертушка, ага. Все. Во. Все, так, есть. Мы его эвакуировали. Крутяк, супер. Так, идем дальше.
Ну что, почему бы не... Эй, он нам мешал бы, он сейчас раненый, не очень такой боеспособный. Поэтому, тем более, вы убили бы, мы провалили бы свои задания. Да? Да, подразделения вот такие крутые, вот реально миссии такие выполняют трудные. Блин, молодцы, я уважаю людей этих, а. Ну, реально, людей, настоящих, игровых персонажей, кто играет, а именно настоящих людей, которые вот так, такими делами занимаются. Вот так спасают людей, вот так вот воюют, ну, за правое дело. Давайте мы используем датчик. Так, один стрелок, да? Я ж не понимаю, где... О! Эта штука мне вообще нравится. Где этот придурок? Ага. Все. Эта штука реально прикольная, блин. Так, с дробовиком он делает, да? Ага. Так, 4 цели. Перехожу. Вижу двоих. Номер 3. А почему он? Командуй. А этот почему не хочет, почему он не считается? Ну ладно. Не получилось убить того, ладно, сейчас мы его убьем. Ага. Нравится эта штучка, дрючка мне, как датчик, блин, такая же прикольная штучка, мудрючка. Ага, все. Кидаем датчик. Опа, надеюсь, поможет. Так, что-то мне никого не показало, да? Ага. Так. Ух, еще. Ух, сколько вас тут, а? Ёшкин, матрёшкин. Так, раз, два. Так, подожди. Вторая цель. Ага. Четвертая. Так, и для меня будет четвертая цель. Это будет моя цель. Сейчас я быстренько выберу. Угу. Подойду поближе. Это я просто эту цель не вижу. Так, это вы молодцы. Ждете. Так. Поближе. Честно говоря. Ладно, не слава богам, конечно, мы сработали так, как я хотел. Ну ладненько, бывает. Так, вертушка, ёшкин дэн. Ага. Это вообще просто изи. Все хорошо. Главное сейчас не гражданских убивать, и самому не погибнуть, а. Это капец, меня убьют сейчас, и все, пипец. Так. Ой, грузовик это хреново. Ага. Реально хреновастенько. Так не показалось, у него... А у него этот... Давай. Есть, молодцы, красавчики. Вот хорошо, наши ребята работают. Ага, да и мы попотеем, нехило. Тык. Есть. Ага, вижу. Так. Во, я получился командир нашего подразделения. Сейчас я хочу... Есть, молодцы, красавчики. Все хорошо работает. Так. Угу. Есть, убили. Молодцы, ай, красавчики. Фух. Ага, камуфляж включаем, хорошо. А командир сказал камуфляж, так камуфляж. Быстро мы их поубивали, прикольно, класс, а. Аж, как говорится, пить захотелось, а. В такой потной катке, а. Блин, прикольная миссия, мне нравится, прикольно. Так, доступ дрона недоступен, ага. Дрон временно недоступен. Ладненько, в принципе, без него обойдемся. Ух ты, опять же это командная работа. Прикольно в команде работать, когда люди помогают тебе, реально. Хоть это же это игровые персонажи, но и все же. Да. Да, это круто. Класс. А вот так что прикольно было бы, конечно, игрушку пойти кооперативить. Только это можно было бы сделать, но жалко, у меня не купленная версия. Да и не с кем эту игрушку поиграть. Кооператив. Так прикольненько вместе бы играли бы с кем-нибудь. В капе. Так. Угу. Так. Сейчас, подождите, друзья. Малеха. А то Малеха игра потупливает. Местами бывает. Так, ага, опа. Попастёпа великан. Так, у него снайперская винтовка, это класс. Так. Ага. Тут развалины, тут пока никого нет. В принципе. Опа, сейчас, походу, будет весело. Что-то мне кажется так. Ну да,
А, может спокойненько идти? А если вы так идете, зачем я так могу спокойненько идти? Угу. Так, ну самое главное, мы спасли, как говорится, человек, это хорошо. Так, ну-ка, так, ну-ка. Ого, у тебя боезапасов. Так, все чисто, пока никого нет. Ага, молодцы, правильно, постоянно надо посмотреть. Кажется, местные будут тут. Ага. Да пускай бьют его, реально. Он заслужил. Хотя я заслужил, ублюдок конченый. Да, так могу я перепрыгнуть? Могу, да? Да, прикольно, кстати говоря, прикольно. Опа-опа, такой за стенку спрятался. Так, ага. Так, аккуратненько, сидя. Местные. Ага, включаю. Так, местные этого придурка убили. Да, походу его убили, а то он заслужил то. Мастер, уточните местонахождение машины. Охотник, не можем. Видим пару строений, но не можем найти машину. Придется погуляться. Принято. А, окей, хорошо. Погуляемся. Так, почему бы и нет? Погуляться. Угу. Тык. Ага. Давай, аккуратненько. Я понял. А могу спокойненько идти, вот стоя? Пока постоя пройду, а? Угу. Так, теперь, мне кажется... Да, следим, Боба. Надо найти машину. Ага. Так, используя этот дрончика. Он нам поможет. Так, это обычные люди. Угу. Так, но масштаб, в принципе, мне не нужен. Так, тут у нас... Ух ты. Ёшкин, да ты кук, ты так, у тебя пулемет, да? Что если мы тебя снимем? Так, но машины тут нету. Сейчас я просто хочу везде осмотреться тут. Может быть их больше, чем показывает. Ух, их четверо, да? А если мы... Ух, сейчас, подождите тогда. Когда этого не трогаем, трогаем этих. И вот его. Угу. Сейчас, интересно. Прикольно. Так, и теперь сделаем так же. Пускай мои поработают, а. Они крутые бойцы, заслуживают, как говорится, похвалу. Все, не знаю, всех, не всех мы убили, ладненько. Выходим, все, идем. Мне кажется, тут пока можно спокойненько пройтись. А с моими бойцы вон куда ушли уже, это я в заднице. Ну, они говорят, да, вам поработать, говорится, все хорошо. Не хочу, чтобы вас убили. Ага, понял. Волчок, охотник, блин, прикольный хищник. Да, только хищнику не повезло, конечно. Так, я, конечно, еще лучше включу датчик в эту сторону. На всякий пожар, знаете. Так, там ничего нет, да? Никого нет. Ох, охранять, да? Нам еще... Так, мы, получается, всех убили. Ух ты, море, песок, вау. Ага. Так, один стрелок. Вроде бы больше никого нет, да? Все! Вау, море, класс, супер, да? Так, все, идем. Контакт, откуда его? Ах ты твою мать, вертолет еще один, а? Ёшкин дыр, да? Ну да, пипец. Так, идем. Думаю, пока можно спокойненько идти стоя. Да, миссия такая прикольненькая. Ух, кайф. Да, жалко, что со снайпером в первой части у меня проблемы с сонной. Ну ладно. Что начнется проходить? Если не решится проблема с третьей миссией этой игры, и я займусь для прохождения второй части снайпера Вони Призрака, первый забью болт. Внимание, цель впереди. Вижу вертушку. Да подожди. Тогда выбрать, чтобы нам взять снайперская винтовка, пулемет. Ну, у меня, в принципе, оружие хорошее, но. Вот это вот прикольненько. Стандарт, механический, подствольный глушитель. Так, хотя, в принципе, ладно, мы с этим разберемся. Ладно. Еще один. Угу. Так, тогда лучше я включу дрона. Дрон запущен. Угу. А может вылететь в окно? Может. Так, выше. На 9. Ага, да, вижу. Этого чувака бы, конечно... А, их бы, конечно, слить бы.
вот этих чуваков бы. Можно слить, да? Если вы сольете их, вообще будет шикарно. Во, идеально. Да я вижу, как бы говоря, поэтому я и убиваю. Так, 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 так. Угу. Там еще цели. Еще и вертолет. Так. Интересно, его завалят? Ладно, невозможно, он не может его. Понятно. Угу. О, тогда этих возьмем. Так. Отмена, отмена. Отменяем этого. Берем этих двоих. Да, 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 да. И вот этого. Угу. Давайте двоих. Можем их? Нет, не можем. Так, ну давайте вот этого четвертого. Давай. Можем. Угу. Теперь давайте вот так вот. Вот, следующих уже я буду убивать. Да, просто мои, хочу, чтобы мои работали, как говорится, командная работа. Подожди, четвертый. Значит, я должен как-то понять, где он. Значит, надо с укрытия свалить. Угу. Так. Да я понял, что вертолет меня спалит. Так, мне нужно четвертым разобраться. Так, есть, убили мы, наверное, скорее всего, не всех. Я кинул датчик. А почему бы и нет? Так, где бы никого нет, только вертушка летает. Угу, значит, можно спокойненько бежать, бежим, бежим, бежим. Прикольно, когда, опа, боезапасы, прикольно, когда мы не поработаем с ребятами, а. Ой, вертолет, вертолет, это плоховатенько. Так, не нужен мне опалить тебе, у меня нет боезапасов, ну... Хочу сказать, оружие такого, чтобы тебя убить. Только имели пока приказа. У меня не было. Ага. Так, датчик, все сделано, все круто. Так, еще. Нет, пока еще рано. Пока еще рано кидать. Я. Хотя нет, скину вот так, через верх. Мне кажется, обзор будет хороший. Угу. Нет никого. Угу. Так, 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 так. Нам наверх надо подняться, да? На крышу, реально? Так, на крышу подняться надо. Так, вертолет. Вот скотина такая. Так, палить меня не нужно, вертолет. Как мне наверх подняться? Мне это интересно, конечно. А, может, шестерочкой? Дрон пошел. Может, и дрон тут нужен. Так, как данные-то собрать-то? Не, ну, данные. Так, сменить вид, масштаб. Так, ой. Сейчас туда ниже. Так. Я пока не понимаю, тут никого вроде бы нет, да? А, на мосту. Ну, вертолет. Крыша, мыша. Так, собрать данные. Данные, вот тут что-то я пока... Мне хрен не понимаю, как мне что-то сделать нужно, где именно тут собраться можно вообще. Так, понятия не имею, что надо сделать. Сейчас я выйду. Выйду, угу. Так, как мне данные? Я, честно, не понимаю, даже как данные собрать, сейчас я быстренько пересяду по-другому. Это просто так неудобно. О, так намного удобней. Фух, все. Так, как данные-то собрать-то? А, во, что надо было сделать. Во, я балбесен, а. Вот я балбес, а вот машина эта. Так, все. Угу. Немного тупанул, друзья, бывает, а. Данные сексы найдены, ага. Так, ух, сейчас, походу, будет весело. Так, тут я, наверное, пулемет возьму. А может, пока все хорошо. Так, ладно. Так, эвакуация, ага. Все. На, ну, значит, главное, чтобы он с вертолета спалил. Так, 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 ага. Ну, я еще не удивлен. Ми-24. Ну, как обычно, ладненько. Ладненько, суть в том, что мы козов убиваем. Да ёб, ты будешь перепрыгивать? Ты перепрыгивать будешь? Перепрыжок. Ты реально? Не, ну... Серьезно, я хочу перепрыгнуть. А, тут не перепрыгивает, да? Тут не перепрыгивает, ясненько. Эх, вертолетика. Ладненько, мои пошли так, а я пошел не по-русски, ну, как обычно. Так, где же такой еще чувак, а? Эвакуация. Угу.
Сейчас, боезапасы у меня полны, но на всякий пожарный датчик еще пополнил. Так, пока туда-сюда летает вертолет. Ага, может вот так спокойненько взять. Сейчас, вот так вот. Ой, угу. Вообще я понял, чтобы нас не спалил раньше времени, это в принципе логично. Тут я хоть перепрыгнул. Ой. Вертолет, не нужно меня палить, не нужно. Угу. Эвакуация. Так, он так летает, конечно. По еврейскими путями он вообще, честно говоря, летает. Как он летает, посмотрите, а. Это ж пипец какой-то, да, друзья? Это капец, он летает. Ну, блин. Не знаю, можно ли его уничтожить или нельзя. Ладно, побежал я. Пока он это, я побегусь. Откуда тут враг-то появился? Охерите в ахере, а? Я не знал, что тут враги будут. Неожиданно было для меня. Так. Так, ПП, это что у нас? Модуль-глушитель. Ух ты, прикольно. Снайперская. Так, модуль-глушитель, дольный тормоз, прицел. Подствольников нет. Каятка. А, подствольный модуль каятка. Угу. Так, ладно, нас... я понял, что надо нажимать. Ладно. Все. Это у нас... Так можно сделать на пулемете, а? Троечку нажал, по идее, только нажимаешь. Ой, еще и вид можно менять. Бежим. Ой, так, никого тут вроде бы нет. Только вертушка летает. Но вертушка летала там, поэтому все, бежим. Ой. Да откуда вы... Кто смотрит-то? Сейчас я кину гранату, что-то я не пойму нифига. Ага, на 3 часа. Ага. Все, понял. Так, и ты у нас будешь третий, а? Я готов, если что. Готов к атаке. Жду сигнала. Труп. Есть. Откуда они тут взялись, непонятно. Море и песок, это класс. Так, эвакуация. Дождитесь остальных членов команды. Да, конечно, мы ждем. Мы же совсем козлы, как говорится. Мы своих дождемся. Так, все. Сейчас интересно, эвакуация хорошо пойдет или ни хрена? Так, подожди. А, мы ждем эвакуации. Эвакуация. Так, ну, что-то сделать. А, вот, все. Думал, надо какой-то сигнал подать. Так, наша вертушка. Угу. Так. Ага, ух ты, такая прикольненькая вертушка. Так, все, миссия эта получится завершена, да? Ага, паникнут на аванпост, не поднимая тревоги. Вау, я все сделал. Супер, пока вырубаем веб-камеру. Ух ты, 87, да? Ну, блин, зараза, конечно, не, ну, лучше, чем было. Я просто... Малеха это. Так, потери среди гражданских 0. Это самое главное. Ух, класс, супер, блин. Миссия была охеренная. Мне просто понравилась, а. Благородный порыв. Вау. Так, продолжаем. Сейчас, друзья, я... Ну, кажется, пройдет, и я завершу миссию. Да. Третью миссию под названием «Благородный порыв». В скобочках «Спасение агента». Я знаю, в Нигерии все было сложно, но вы не виноваты. Те люди попали в беду намного раньше. Эй, здесь очередь! В сухопутных войсках манерам не учат. Может, ты поучишь меня, пацан? Воу. Вы уж извините, мы тут забегались немного, не спали 72 часа и вернулись из деревни полной мертвых детишек. Простите. Проходите, парни. Эй, мудак. Да ладно, успокойся. Займу тебе место, морпех. Офицер Сайкс направляется к авиабазе Рамштайн. Его проверят, и он отправится домой благодаря вам. А взамен мы получим важную информацию. Мозаика складывается, джентльмены. Все три цепочки ведут нас к одному источнику. Контрабандисту из Пакистана с клиентами по всему миру. Отправляемся в Пешавар, удобный узел незаконной торговли с Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Африкой. Это не мелкомасштабная операция. Кто бы ни был этот человек, он занимается серьезным оружием, военным снаряжением и, может, даже радиоактивными веществами. Его надо обезвредить.
Действовать мы будем совместно с пакистанцами. Они своей операцией прикроют нашу. Они возьмут местного, мы его поставщика, и все выигрыши. Ваш отряд опознает и выведет поставщика к нам. Возьмете его, и ситуация сразу прояснится. Следующая миссия, друзья, обещает быть очень классненькой. И название у нее классное. Фигуровая пыль. На этом, друзья, наша третья миссия подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Желаю вам хорошего дня или ночи, в зависимости, когда вы будете смотреть мое прохождение. Всем пока-пока.